Чё там тебе не так-то? Нормально! Ну все, блядь! Не надо меня! Мы не будем! Хо-хо. Ноги вверх! Ну чё, я вам говорил, что я не упаду. Говорил. Поехал. Поехал, родной. Давай. Где она? Натя. Вон она. Вон я с той поеду. Пойдем. Оттуда в прошлый раз девка каталась, чё ты? Да. Сейчас им больше далеко не уедешь, блядь, снег на. До середины пруда доехать. Только путь смотри там, блядь. Где? Вот он, блядь. Чего быть, там он не виноват. Короче, он не из нашей банды. Он из другой. Ну так я чё-то... Нихуя себе. Обосрался, блядь. Лови меня, Майя! Давай! Вот, почистил хорошо. Серег, прыгай. Теперь ты. У тебя стабилизация. При чем тут стабилизация? Если ты будешь вот так шатать, оно все равно будет шататься. I'll be back. I'll be back. Миш, скажите пару слов. Без слов, короче. Дабы мои слова потом против меня не были использованы. No comment. No comment. Сегодня не снимай автора. Сегодня немцев видел, да? Каких немцев? Приехали. Да. 100 с чем-то в день. Доллар. Отходи. Только давай. Только командировочный. Формула 1, бля. Отойди же. Я... Нет, будем снимать прямо. Сука. Масло. Решать все, давай. Давай. Она для меня. Давай. Нормально. Пошел. Ноги, Серега, ноги. Хорошо пошел. Хорошо идет. Что там? Далеко. Нет, он просто ногами еще тормозил. Я сейчас с разбега на животе. Наглотал снега, Серег. Фу, бля. Поедешь, Миша? Конечно, поеду. Ну чё, скажете? Нормально. На маленько снежку попало, да? А? Снега маленько попало. Фу. Только вот. Не, ну угарно. Понятно. Настя тут. Я. Михаила. Какой же вот надо вот с этого. Во! Ты готов, воин? Я всегда готов! Держи! Я готов, блядь, сука! Фу, бля. У меня отдышка до сих пор, бля. Маленькая для меня ватруха. Мишан, ты где-то не в том месте покупал. Ты где-то не в том месте покупал. Этими. Вон оттуда я поеду. Провалихи всегда глубокие. А это как раз провалиха. Вот. И вот между елками. Вот тут, да? Да. Ну вот страшно. Она видна, вот.
мы ездим. Вон, заезжал туда и туда ездил. Ну это девчонка тут каталась. Испытываю китайский костюм. Прислали мне сегодня осенне-летний костюм. Вот я в одном трико. Нифига не холодно. Ну чё там? Выезжаем в родные края. Давай, поле. А где маска-то, блядь? Он ее снял. Неплохо. Еще чуть-чуть я мог бы туда угодиться. Давайте вон с той. С какой? Вон с той. Вот с этой? Да, откуда девчонка тогда каталась. Какая девчонка? Ты тут был тогда? Да, были. Мишка, будь добру. Конечно. Ты не туда едешь, родной. Ноги. Ты как-то поехал не по трассе? По трассе? Нет. Там как раз такой. На, Сержа, загоднись. Нормально. Давай, сделай дорогу нам. Я всегда готов. Вот смертник, блядь. Спасибо. Ты же говно испортил, блядь, там такой, блядь, этот был. Я не вошел в ворот. Какого хрена ты сделал, блядь? Какой-то хреновый из тебя Шумахер. О, блядь. Не, хорошо, я думал, ты сейчас накатаешь дорогу, а ты что сделал? Ты, блядь, за нос убрал. Нет, там я хорошо вошел. Входить начал, но не вошел, нет. Мне в моей маске неплохо. Сделай трассу нормально. Не надо вот такие вот экспериментальные. Я сейчас так же побегу. Ты, бля, понимаешь, ты скорость там, она сама наберется. Нормально. Не порт. Она здесь клевая. Все. Здесь неплохая. Ты ее сократи. Мишаня пошел на следующий я заход. Что ты взял? Давай, давай. Нормально. Ну сейчас да. Большую, блядь. А вот здесь, здесь. Записывает. Чё ты? Отсюда хочешь? Это. Сейчас я покажу настоящую смотреть трассу, где я чуть не сломался. Он любит такие. Сейчас увидим. Тихо! Смертник. Опять, ёпта в рот! Ну, что он делает, а? Ну что ты делаешь? Я тебе говорю, сделай эту трассу, блин. Она круче по пологе, блин. А здесь лучше. Че лучше, блин? Ты здесь просто слетел, здесь она за воротами. На! Как-то ты там повернул удачно. Там теперь развилка. Давай, Серж. Давай. Тебе понравится. Так же разгонюсь прямо с этой горки. Трамплинчик там будет, да? Тихо! Опять он лицом опять вперед. Эх, мама! Вот делать-то нехуй человеку. Ну чё, не туда несло, не по трассе, а он чуть раньше. Давай, вон Серёга за кольцо. Серж! Тут уже будет дым. Я делаю эффектное видео. Ну, 20 тысяч стабилизации нет, ну как так, а? Эльфинец, сжимается на
Еще пара шагов. Еще совсем осталось несколько метров. Как покорить эту вершину? Стоим на развилке. Стоим на развилке. Либо он поедет, как показать-то лучше, здесь, либо поедет отсюда. Здесь. Да. Еще подальше, подальше. Поехал где надо. Во! Во! Во-во! Не, ногами тормозить надо. Ебись! Хватит есть снег. Все, пойдемте на убийственную. А? На убийственную гору. Как? Пойдемте, я вам все покажу. Она сейчас подпрыгнула, и я остался. Она вылетела. И я вот так же. Да-да-да, у нее же деревья. Какой-то ужасный снеговик. Ну чё вы там? Что-то куда-то в него проникло не туда. Снежок! И проскочить желательно мимо деревьев. Между снеговиком и деревом. Лучше за ним туда уйти. За теми вот моими деревьями налево. Там трамплин. Там такой хороший. Ты почувствуешь. Я почувствую. Ну, давай садись, время. Он не туда ушел. Попытка номер два. Давай попытку два. Миш, ну ты толкаешь-то куда? Я толкал туда. Не ври. Вот так вот. Серега, сейчас он в тебя полетит. Да пускай. Главное вовремя отпрыгнет. Как всегда, приходится все делать самому. Золотые слова. Если что-то нужно, сделай это сам. Вы что, на меня едете, что ли? Да ладно, давай, может, я отпрыгнуть успею. Серж, отдай, уходи! Есть! Победил снеговик! Я хорошо шел. Пытался его объехать, но... Давай второй раз. Вот 10 минут еще есть, давай. Ты что-то неправильно пошел, бля, как. Тут снежище просто. Правильно пошел. Надо тебе сильнее надо толкнуть. Прям снеговика. Мотор, камера, поехали! Начали! Иха! Ай, ай, блин! Я думал, он сейчас башкой снеговика снесет. Вот это классно, Миша. Вот так, да, родной. Попрыгал чуть-чуть. Следующий. Я раскатал тебе раз. Я сейчас поеду, давай. Давай, я тебя сейчас толкну. Ну что, Мишка, как? Изумительно. Ну вот. Я испугался и начал притормаживать, это зря. Было классно. И вот такое чувство, что он сшиб бы снеговика, да, Серёг? Да, я тоже ждал, собьет он его или нет сейчас. Он шел, он прям шел. Тут такой наклон, блядь, над этой херней. Четко. Она подмерзнет, будет вообще четко.
У меня вот направление, я прям не поеду. Да? Хотя... Там обрывчик такой серьезный, блядь. Да. Не, пойдем на той, не надо. Ну что, Шумахер, поедешь? Он конечно. Все. Блять, ебать, мы потом не заберем трупу вот сюда. Ну, блять, снегом зашвыряем и скажем, не видели его. Да с разгончика. А видео сотрем. С разгончика набираем скорость. Нет. Серег, Серег. Уйди! Да, блядь. Серег, посмотри на меня. Мы его не заставляли, если что. Видео доказательство, бля. Он сам. Это неправда! Нет, все, вот даже не трогаем его, блядь. Толкни меня, брат, подтолкнешь? Нет. Только туда, нормально толкни. Ты что, блядь, башкой вниз, что ты ёбнулся? Нет, что? Я вот и говорю, я башкой боюсь. Ну а куда ты полетишь-то, блядь? Тебя, прямо. У тебя либо он в кусты, либо вот здесь ты прыгнешь, блядь, и, блядь. Там да вот ты чё, вот. Нельзя башкой вниз. Не, я не башкой. Да даже жопа он улетит, блядь. Нормально. Может, не улетит жопой. Ну давай, жопа, ну, блядь, в дерево улетит, нахуй. Какой? Вправо? Влево. Влево не лети. Потом. Ух ты. Я тебе говорю, там такое. Шикарненько. Так, а он работает на Ютубе, он купит, если чем мне это, блядь. Кого? Шину, блядь. Только тихонечко. Давай. Я тебе шину не куплю. Но. Так ты ногами отталкивайся. Я ногами отталкиваюсь. Ногами, вы что творите? Зачет. Неплохо. Неплохо. Миш, на видео такое это. Сугроб чисто ехал, пыль какая-то. Больше ничего не было видно. Планировалось другое. Там одно торможение. Здесь нет. Как трамплин ощутил? Не ощутил вообще, вот там ощутил. А вот здесь вообще нету. Да блин. Надо правее меня толкать, пишем сюда. Трамплин. Отдышка, Серега, лучше. Я говорю, отдышка на. Не, не поеду. Я уже, блядь, желудок потрёх. Вот не-не-не, я вижу. Доска. Поехали с убийством, с другой. Поехали на другую и... На сегодня завязываем, наверное. Поедете, вон Серега. Сюда, блядь, пойдем. Вернемся. Пойдем. А что, вот, вот я до убийства бы доехал. Миша, на ватрушку. Вот, наверное, нет? Ты мне хочешь ее разодрать, да? Миша хочет. Ладно, путь срезать. Я хотел скости. Let's go. Ты хотел, а вам все равно входить. Собрались они на какую-то более крутую горку. Сейчас увидим, куда. Без приключений. Жизнь в целом вообще не интересная штука. Миша, ты куда? Миша. Все, бля. Он на понт то ли берется, я не знаю. Все, пацаны, пойдемте, время, Сержа. Ну, на этом наше приключение закончено. Ты что, напоследок решил? Ну давай, Мишка. Хо-хо-хо! Где ты там? Мальчишки, девчонки, тара-тара-та-та! Эй! Ничего! Лайк! Он в метре от дерева проскочил. Да я, ну. Да и от меня он в метре проскочил вот здесь. Через 5 минут ребенка забирать. Все, погнали домой. Шел неплохо. Думал, вырулю. В общем, костюм охуенен, я в нем не замерз.